Живые города – это не самые крупные или экономически развитые населенные пункты, в которых власть, бизнес и, самое главное, жители вместе стараются сделать окружающее их пространство комфортнее. Города – это живые организмы, и если внутри города не происходит вот этого движения энергии, коммуникации, не возникает настоящего доверия, которое было потеряно в последние 20 лет, город начинает терять жизненную энергию. Люди начинают уезжать, энергия, деньги уходят, и город теряет свои позиции. Димитровград имеет потрясающий потенциал, огромный уже ресурс в него вложен на протяжении многих десятилетий, даже столетий. Форум должен подсказать, как не только создать что-то новое, но и решить уже имеющиеся проблемы. А их, судя по оценкам собравшихся на форуме, хватает. Очень хочется посмотреть на новый вид мероприятий для города, на то, как администрация, как Дума делает шаг к жителям города и насколько она становится открытой. Организаторы и участники форума также планируют поделиться друг с другом собственным опытом реализации успешных городских проектов. Я хотел бы получить знания, которые позволят реализовать один общественно-экономический проект в городе Димитровграде. Каким образом это было осуществлено в других городах, каким возможно это сделать у нас, каких-нибудь подводных камней возможно избежать, как это сделать наиболее эффективно и продуктивно. Поскольку на форуме пройдут не только конференции и презентации, но и своего рода мастер-классы, организаторы уверены, по итогам совместной работы участников сформируется четкое понимание, как сделать город привлекательным для жизни и бизнеса. А главное, появится желание начать делать то, что раньше пугало или казалось очень далеким. Наталья Васильева, Виталий Немов. Новости Димитровграда.